16 апреля во время посещения группой жителей родных земель села Гюнешли Кельбаджарского района на дороге в село была обнаружена противотанковая мина. Как сообщает репорт, мина была обнаружена благодаря профессионализму и бдительности военнослужащих-саперов Министерства обороны. В автобусе находились 20 человек, включая жителей Кельбаджара, представителей госструктуры и съемочная группа общественного телевидения. По дороге, которой передвигался автобус, мину обнаружил сапер, рядовой Мардали Фархат Аглу Ашуров. Предварительное расследование выявило, что противотанковая мина была установлена в промежутке с 10 по 25 ноября 2020 года, когда армянские войска должны были уйти из Кельбаджара. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.